Всем привет! У нас пополнение. Это роддом у меченосцев. Они живородящие. Получается, малек рождается, проходит сквозь сетку и внизу уже плавает. Если видно, вот один малечек, второй. Поближе не получается показать. Вот этот вот малек есть еще. Вот один, второй. Сейчас попробую снять. Не видно. Нет. Не. А вот он, вот он, вот видно малечек. Так что у нас в аквариуме пополнение. Все, ставьте все лайки, подписывайтесь на канал. Куча видео про рыбу какую-то.